2 миллиона нижегородцев минимум нужно привить от коронавируса, чтобы только снизить вирусную нагрузку. Сейчас полный курс вакцинации прошли только чуть больше 1 миллиона нижегородцев. Коллективный иммунитет 44%. Нужно 80% привитых, чтобы ситуация стала управляемой. Болеют люди, которые вакцинировались, болеют, но тяжесть течения, она минимальна. То есть эти люди реже всего попадают на больничную койку. Даже если они попадают в лечебные организации, они идут по легкому сценарию. Поэтому крайне важно сейчас успеть до 15 ноября вакцинировать как минимум 2 миллиона человек. У нас на подходе разрешение по вакцине для использования среди детского населения старше 12 лет. Также Давид Мелигусейнов еще раз отметил, что защищает не только вакцинация, важно носить маску. Но многие пренебрегают средствами защиты. Пока ситуация с распространением коронавируса близка к критической. Число больных растет с каждым днем и до пика пока далеко. Мы понимаем, что медицинские ресурсы, они ограничены. И с каждым днем их ощущается все меньше и меньше обеспеченность этими ресурсами. В этой связи мы очень активно мониторим емкость этих ресурсов. Первое, что самое важное, это кислород. Мы понимаем, что это основной ресурс, который позволяет людям пережить так называемый цитокиновый шторм и дышать во время вот такой агрессии вируса. Например, клиническая больница номер 50 ежедневно потребляет около 300 баллонов кислорода. По расчетам, в ближайшее время наш АКБ выйдет на потребление 2 тонн в сутки. Минздрав региона работает в тесном контакте с руководством Саровской больницы, чтобы в городе ни в коем случае не было дефицита кислорода. Помимо кислорода есть вопросы, связанные с лекарственным обеспечением. Это и биологические лекарственные препараты, которые вводятся при как раз-таки старте цитокинового шторма. Есть определенные сложности в целом по стране обращения этих лекарственных препаратов. Но так как мы в Нижнем Новгороде создали некий централизованный склад и закупали лекарственные препараты, в том числе и про запас, когда у нас была возможность передышки, мы с этого склада сейчас отпускаем лекарственные препараты и в Саров. Тяжелых пациентов тоже не бросают. Работает Центр медицины катастроф, который может эвакуировать таких больных в Нижний Новгород. В ежедневном режиме наша больница на связи с региональным Минздравом. Врачи проводят централизованные консилиумы по пациентам, которые находятся в реанимации. По необходимости подключают московских коллег. За минувшие сутки в России выявили 34 073 новых случаев заражения. 728 из них в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 135 человек. Еще трое скончались. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.